Ну что такое? Здорово, Миша! Серега! Пофотаешь? Готов? Ну типа да. Давай вот так вот делаем. Готов? Давай, Бэтмена. А что это? Бэтмен. Это же берёшь? О, да, извини, блин. Серега, готов? Штурвал. Да блин, дай мне руку. Сейчас еще раз. Ты мне руки не даешь, я не могу тебя держать, другом хватит. Да. Сейчас еще сделаем одну каракатицу. Я понимаю, что надо стринги или хотя бы шортики. Ну блин, ну что сделаешь? Ну хотя бы несколько фото там. Скучно, да, без... Когда трусы не мелькают, это скучно. Блин, да, партнерша в шоке. Серега? Сейчас, когда я горизонтально подниму, пофотаешь, горизонтально высоко. Колбаса. Так называемая колбаса. Так, нет. Спасибо. Не, я его понимаю, он говорит, пусть девушка оденет сексуально, там, оденет юбочку. А я все время говорю, одевай топик. А что тебе еще она говорит, что надо одевать юбочку, как у профессора он бесплатно выдает. Ну и какие-нибудь хотя бы купальные трусы. Стринги, конечно, не пойдут. Не, ну мне бы хорошо было стринги, всем было хорошо. Но ты-то постесняешься.
Типа да? Типа да. Смотрю, откуда у меня вся нога вообще никак. Откуда? Откуда? Это тут бабушкиной колбасы. У меня как вся нога в синяках. Я тут думала, откуда? Это быстрая дощечка на самом деле. Что, я не поняла? Быстрая дощечка скоростная. Ну, а я почему не сделала ее? Потому что не знаешь, вот смотри. Ты дынь в дощечку. Держал.
тебя просто, ты держи все равно это, планку, ты все равно держи. Если я не могу перевесить, значит я не могу перевесить. А если ты падаешь, это уже как бы не то. Ну ты все равно не держишь. Хорошо. Вот. Это все равно тебе нравится.